Вот сними меня, сними фотограф, вы посмотрите. Я прямо сейчас пошла к зеркалу, разделась и говорю, господи, это такая красота. Вы посмотрите, как она лежит красиво. Гляньте, вот если издали глянуть, вот издали так, да? Как красиво, да? Вот смотрите, прямо как струя вот такая воды. Как невеста я. Прямо невеста-невеста. Еще если сапожки сейчас белые одену, и вы меня увидите во весь рост. Ну прямо невестушка такая вот. Невестушка такая. На выданье, да. Я вот говорю, господи, пошли мне, господи, друга какого-то хорошего. Какого-то хорошего человека. Вот жду, ставлю около этой дверочки. Я говорю, приедь, мой суженый, приедь, мой ряженый. Говорю, господи, приедь хороший человек. Приедь человек, который скажет, Леночка, я прямо приветствую твое творчество. Буду тебе помогать, буду развивать твое творчество. Но трудно, ребят, трудно одному. Даже финансово трудно. Даже вот люди пишут, вот там помогают. Я благодарна всем. Кто-то скажет, ой, разодета, одета. Ну, понимаете, я вот все, что на мне, говорю вам серьезно, это все куплено в хорошие года, да. А сейчас, ну, если только бижутерию вот какую-то куплю, слабость женскую мою. Бижутерия моя слабость, честно говорю. Вот я настолько люблю бижутерию, украшения, мне золото не надо. Я вообще вот в эти магазины ювелирные не захожу. Я захожу, где бижутерия. Это роскошь просто. Я вам сейчас даже покажу вот эту бижутерию мою, которую я взяла, ее достала и говорю, господи.